Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Rise of the Tomb Raider. А то в прошлой серии я сказал просто Tomb Raider. А у нас Rise. И сейчас наша девочка с чудесным во рту поплывет. С чудесным чем-то, кислородным, кислородной хренью. Мы нашли, что искали? Да, я помню эту шизофрению. Меня уже заметили? Нет, не заметили. А сколько их там всего? Где он? Я за Ларку переживаю. Прям бедолага. Заболеет. Я не думаю, что это все. Прям совершенно не думаю. Не может же здесь их быть два человека. Охранять вот это вот. Куда? Вон он, что. Красные эти флешки, ориентиры наши. Ты был с Константином в Сирии? Да, дела пошли наперекосяк. Из-за Крофт? Константин не ожидал. Подожди, мне это не надо. На нас целую гробницу. Она для него как бельмо. Вот это. Крофт все еще на свободе. Она еще нужна им живой. И вас сейчас поджарит. Не поджарило. А почему? Прочесываем и ликвидируем. Проверяю кусты. Прикрой меня! Горят! Мальчики горят! Мальчики горят! Сегодня мальчики горят! Что-нибудь еще есть, что кинуть можно? Давай, 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 иди сюда, давай. Где ты, где ты, где ты, где ты? Этого со слука. Все? Мальчики! Чтобы все? Никчемные слабаки, потные, никчемные говнюки. Все? Изи вообще. Просто изи. Но мы как Рэмбо. Туда, из воды. Раз, два. Вообще было красиво. Так, а чё я тебе так дерзко-то? Даже не перезарядился. Ларка, ну-ка, сделай-ка. Еще. Все? Чё-то как-то быстро мы сделали стрелы. Не так много их потратили, что ли? По всей видимости, да. Ну я же замерзла. Неужели я не боюсь? Войдите в метеостанцию. Неужели я не боюсь заболеть? Я же замерзла. Сисястая, беззащитная женщина. Волей судьбы, оказавшуюся в этом холодном месте. Подвеска. Точнее, современный реликварий. Реликварий? Внутри маленькая человеческая кость. Да? Сейчас... Пока геймпад начнет вибрировать, будем изучать. Пока не начнет, вернее, геймпад вибрировать. О! Святой О. Перегрин. Покровитель неизлечимо больных. А, вот это. Saint Penegrim. Ларка, у нас с тобой лангуэги какой-то там прокачивается. Греческий, по-моему, да? Дневник. Мы стоим на пороге нового мира. Святой источник найден. Крофт все еще жива, но нейтрализована. Анни с каждым часом все хуже. Это Костя. Ее голос, голос, который был со мной рядом всю жизнь, начал дрожать. Я спросил, помнит ли она ту ночь, первую ночь, когда Бог высек предназначение на моих руках. Ночь, когда Он выбрал меня. Она сказала, что помнит. А потом улыбнулась и добавила, что у нас еще будут такие ночи, когда кончится наше мытарство. Я буду сильным ради нее. В старом городе мы найдем святой источник. Я спасу свою сестру. И вместе мы спасем этот мир от самого себя. Снимается? Нет. Ну там лестница была же, да.
Была лестница. Черт, я думал, сейчас туда залезем. Ну-ка. Мне же сюда надо залезть, правильно? Нет? А куда? Сюда. А здесь что, ничего нету? Ну-ка, Ларка, давай. А ну побегай. А с какого фига здесь сделали возможность сюда залазить? Да не, ну это не бред. Я так не играю. Что за фигня? Я-то думал. Сейчас на пафосе. Давай. Оказывается, нет, никакого пафоса не будет у нас, друзья мои. Ну, абсолютно никакого. Мы поднимаемся и все. Здесь тут есть. А здесь что? Открываем, конечно. Винтовочный патрон. Но необычный. С торца выгравировано на латыни. Убивайте всех. Господь узнает своих. О, надо же. Какие загоны, однако. Убивайте все, убивайте всех, Господь узнает своих. Интересно, обыщите метеостанцию. У нас тем временем появилось задание. Но мы, собственно говоря, уже это делаем. Сейчас обыщем. Проведем подробнейший обыск. Разберемся со всеми. И с каждым, и не с каждым. Что это у нас? Я не умру в этой богом забытой долине. Моя вера сильна. Моя воля сильна. Даже если разум слабеет. В детстве, в нашем с Константином детстве, он был трудным ребенком. Постоянные вопросы, вечные сомнения. Он боялся будущего. Боялся никогда не найти своего предназначения. В ту ночь, когда я вырезала метки на его ладонях, и прошептала ему в ухо те слова, я сотворила его заново. Спасла его. Он поверил, что он избранник Божий, как я и надеялась. А теперь спасать нужно меня. И если этого не сможет он, я сделаю это сама. Ну что, можно какие выводы сделать? Бабы, суки, как обычно, сбивают серьезных мужчин с серьезного пути. И вечно их направляют хрен пойми куда. Избранные, не избранные. Ладно, Ларка, давай залазь на второй этаж. Или какой-то будет третий, четвертый. Опа. А че он так вот лежит бесхозный? И никто его не охраняет? Пять человек его охраняют? Тебе это начинает надоедать. Подчинись Божьей воле! Если собрался читать проповедь. Йона! Пошли спасать Йону. Ларка, надо идти. Убьют мужика ведь. Это будет на твоей совести. Войдите в тюремный блок. Ух ты ж. Вообще не ближний свет, но... В Ларке все рядом. В Ларке все рядом, да. Переходим к следующему этапу проекта. Вон там! Ты друг! Да ты че? Все? Мне понравилось наше наступление. Прям очень понравилось. Он там что-то выступал, а мы его этим... Как оно называется? Он махал оружием, а мы его ледорубом захерачили. Мы просто капитальные красавцы, друзья мои, я так считаю. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Ну так задумано, конечно, конечно. Залазь, Ларка. Тут все для нас как раз помечено. Это труба или что это? Она просто предназначена для того, чтобы мы туда падали, ныряли. И там до этого... Добрые люди оставили пометки. Прыгай сюда, если надо будет. О, отлично. Все? Сюда, да, конечно. А он там один был, этот говнюк? Скорее всего, да. Скорее всего, один.
А вот и тюрьма. Это рюкзак альпиниста, географа, геолога, кого он там. Что мы там нашли? Секреты? Окей. Сейчас мы и разберемся с ними, со всеми. Да. Это было очень вообще по-стелсовому. Бесшумно. Никто вообще не слышал, что мы сюда попали. Это так, ветер в дверях. И все. Найдите Иону в тюремном блоке. Это наше новое задание. О. Мне сейчас по голове никто ничем не треснет. Уж как-то сыкотно тут. И летчики висят. Предусмотрительно. Она освобождает. Ты ей всецело предан. Я восхищен. Ну, он как-то не сильно Правда. Побит. Жжёно. Но у меня кончается терпение. Говори, что знаешь. Живо! И зубы целые. Так. Давай! Прошу, прошу, не надо. Не слушай его! Убивай. Я всего лишь делал то, во что верил. Обыскать тюрьму. Убить всех. В смысле, патрон не берет, а огнетушитель берет? Разрабы, что вы курите? Прости. Надо было убить его. Но он был безоружен, я не смог. Ты не обязан. Какая чушь. Прости, что втянула тебя в это дело. Думал угнаться за тобой. Они идут. Мы окружены. На этот раз я тебя прикрою. Он умирает. У нас мало времени. Главное, из пистолета шмаляло. И... Запри дверь. Ничего. С огнемета, с огнетушителя, вернее, ломает. Стекло. Советская база. Лара, я знаю, что тебе нравится читать журналы по археологии, и очень хочу попросить тебя, если встретишь нелестные упоминания обо мне, не обращай внимания. Некоторые просто не понимают, чем я здесь занимаюсь. Быть может, это их даже пугает, но их страхи и их глупость не моя забота и не твоя. Я все тебе объясню, когда придет время, милая. Эти напуганные люди. Это был Орден Троицы. Ты так и не объяснил. Наверное, теперь это уже не важно. Они и до меня добрались. Теперь мне придется с ними разбираться. Все, давайте посмотрим, что у нас по оружию доступно. О, на лук доступно улучшение. А какое? Что мне показывают? Что за улучшение? Нету здесь никаких улучшений доступных. Нет, а на лук? Чё на лук-то? На лук. Подождите. Доступно улучшение. На это недоступно, понятно. Есть, давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Спусковой крючок со слабым нажатием. Это что такое? Скоростной зарядник. Это скорость заряжания. Нет, абсолютно. Уменьшение отдачи не принципиально. Скорость либо не особо. Это все нужно. Это что такое? Дульный тормоз. Уменьшение отдачи. Вместительная обойма. Боезапас. Кожух. Скорость. А это что? Вот. Урон у нас будет хороший. Это что у нас такое? Вместительная обойма пока нет. Дробаш. Это урон. Вот. Отлично! Это модификация для скоростной стрельбы. Не уверен. Обмотанная рукоять. Ну, не особо надо.
Так, скорость заряжания не особо. Боезапас, да. Хорошо. И давайте теперь тут еще прокачаем. Великолепно. Теперь из амуниции там что-то было доступно, по-моему, да? Навыки. Давайте, у нас 4 очка навыков есть. Это что у нас? Сразу после совершения бесшумного убийства вы кратковременно поэта не надо мне. Так, находите больше боеприпасов, звериное чутье, виртуозность. Это что такое? Знаток лука. Добивая противников с лука в ближнем бою, вы выучите на его теле особые стрелы. Ну это все не особо. Интуиция. Инстинкт выживания обнаружен, находящийся поблизости реликвии. Лазание по стрелам. Чтобы всадить стрелу для лазания в мягкую древесину, нажмите. А, ну давайте, мы же используем эти стрелы. Они как раз пригодятся. Стрелы с кассетной бомбой. Улучшите разрывные стрелы, чтобы при попадании они осыпали врагов. Да. Так что такое? Патроны дракон огонь. Изготавливать зажигательный патрон для дробовика, поджигающих врагов и горючие материалы. Ну, это не особо надо. Объектов испытаний. Легкая походка. Из красных канистр. Да, давайте вот это сделаем. Изготавливайте мины из найденных и собранных с тел поверженных врагов рации. Установленная радиомина привлечет к себе врагов и взорвется, когда они пойдут близко. Вот вообще отлично. Ну все, хватит одну очку. Достаточно. У нас оружие прокачано как надо. Цель пока не вижу. Жду. Сейчас увидишь. Приказов. Ты больше никогда ничего не увидишь. Удерживать позицию и быть наготове. Она опасна. Конечно, опасно. Вас понял. Я вообще всех порешу. Мудили-пудили. Итак, у меня есть огненные стрелы, которые я не использую. Непонятно, почему я их не использую. Ну, в принципе, потому что пока необходимости не было. Я так думаю. Ну, в принципе, да, мы же так их убиваем. Докладываю, мы заняли позицию. Лошади, что ли? Придется с ними разделаться. Подтверждаю, цель обнаружена. Ничего себе. А, так? Ну ладно. Ты что, дурак что ли? Я на дробаше урон только что прокачал. Зря. Вот это вообще зря. Жалко, нельзя сделать полностью автосбор лута. А, они меня специально слепят. Где они? Они ж тут, наверное, да? Да. Я думал, что это лошадь, а это вертолет. Оу. Это да. Так, все, надо бежать просто. Они все? Живые? Готов, готов. Где? Ну давай, давай. До свидания, родной. Дробаш прокачан, я предупреждаю. Дробаш прокачан. Зря вы ко мне полезли. Цель. Повторяю, видим цель. А цель пока вас не видит, что хреново. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что такое, дымовухи? Ларка. Так, это бронированные, да? Да, это бронированные. Сейчас мы с ними разберемся, в принципе, так, нормально. Поберегись! Опять вода. Понятно. Да ничего не происходит, просто вы тут какую-то хрень намутили и все. Так. Вокруг враги. Надо быть осторожней. Они меня видят? Так, Ларка, давай-ка, у нас же этот есть нагубник, сейчас будем аккуратно их снимать. Я помню, когда я проходил Ларку первый раз, эта миссия мне все нервы вытрепала. Ромбоидная. Нет, так не получится. Надо, чтобы он подошел. Нет, они видят. Тогда вот отсюда попробуем. По идее, можно этот выпрыгнуть, вернее, вынырнуть из дробаша их всех положить к чертовой матери, но посмотрим. Да так, вот она! Ладно.
Давай теперь сюда. Попробуем отсюда что-нибудь сделать. То есть они теперь будут все время, что ли, меня видеть? Это очень странно. Ларка как будто прошла афган. Я не понимаю, честно говоря, зачем это. Фиг знает, разрабам виднее, зачем это. Очень странная миссия. Они видят все время. Я даже по-людски выйти не могу. Все в дыму. Давай, родной, до свидули. Вот сюда зайди, вот, вот так вот, 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 вот. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Я не ушла, я просто сюда забежала. Давай. Ну, не знаю, не знаю. Странное, конечно, задание. Ну, по-своему, прикольное, что тут говорить-то. Ну, да давай уже, этот, реши с ним вопрос. Последний. Ларка, возьми, сейчас мы его поджарим. И себя чуть не поджарили. И дым рассосался, да, сразу? 15 патриков. Я считаю, что мы великолепно отстреляли. О, боже, только не это. Не понял я. Иона. Пошли, Иона. Лара? А в чем смысл? А, я их убил и вернулся. Лара. Интересно. Послушай. Не двигайся. Если мне не суждено выжить. Не смей так говорить. Да ты слушай. Перестань винить себя во всем. Каждый из нас делает свой выбор. Он не умрет. Это точно знаю. Ему недолго осталось. Нет. Он должен жить. Мы ему поможем. Как? Надо доставить его в обсерваторию к Якову. Принесли? В обсерваторию к Якову. А что-то происходит. Все? Только Яков может спасти его. Красивая картинка. Нужно доставить его в обсерваторию. Яков, он умирает. Позволь мне помочь ему. Умереть? Господь, хранитель твой. Господь, сень твоя, справа руки твои. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохранит душу твою. Будет охранять тебя отныне и вовек. Че? Прижимай рану. Подготовь его. Яков, в тебя же стреляли. Так это ты. Я права? Бессмертный пророк. Я чувствую боль. Меня можно ранить. Я тоже человек.
Только не умираю. О, это жестоко. А святой источник? Я нашел его давным-давно. Он существует и таит великую силу. Только он не святой. Так ты им лгал? Целыми поколениями? Я и сам тому не рад. Но это было для их же блага. Однажды я применил источник, чтобы наделить своих воинов долголетием. Ужасная ошибка. Так это их я видела в архиве. Когда враги подступили к Китежу, бессмертные обрушили на город лед с горы. Погибли тысячи людей. Они пошли на злодеяние. Ради власти. Троица поступит так же. Но в гораздо больших масштабах. Ты не такой. Ты бы никогда не причинил вред своему народу. Как ты не понимаешь, все это моих рук дело. Этому надо положить конец. Отец! Они приближаются. Они силой пробьются сквозь лед. Значит, мы проиграли. Нет. Должен быть способ остановить их. Яков, на карте был показан тайный вход в город. Путь бессмертных. Он слишком опасен. У нас мало времени. Сейчас не время опускать руки. Если задержим Троицу, у нас будет шанс. Я соберу бойцов, и мы встретим их на льду. Что ж, время пришло. Пора открыть путь. Опа! Силой мысли? Как будешь готова. Знай, что путь лежит под обсерваторией. Я попробую спасти твоего друга. Окей. Угу. Геотермальная долина. Значит. Ну пойдем. Стоп. Я же собирался в прошлой серии монетки собрать. Я вот думаю, надо бы сейчас попробовать туда переместиться. Это ж советская база была, правильно? Это что тут? Это здесь я. Это что за база? Советская база, да. Укромный хребет. А где здесь монетки-то были? Ну-ка, вот этот дом, этот поселок лесорубов. Давайте здесь посмотрим. Здесь. Так, отлично, мы переместились. Давайте сейчас карту откроем. Посмотрим. Да, монетки действительно здесь. Пойдемте. Заберем сейчас монеты. Соберем. Вернее, те, которые есть. Как и планировали. В прошлой серии. А потом, может, что купим. Я, правда, не знаю, что мы со всем этим будем делать. Сколько у нас уже этих византийских монет? Я вот говорил в прошлый раз, так вообще как будто насрал кто-то. Вот правда. Здесь ничего. Тайник с монетами. Куда, где? Пойдемте. Ларка, давай. На карте это далеко, так вот бежишь, и вот оно, вот, и вот оно, вот-вот. Прям рядом все. Сейчас найдем. Здорово. В темпе. Ну-ка. Так, мы потратили ресурсы же на стрелы. Надо. Не надо нам? Мы что, уже все компенсировали, что ли? Нифига себе. А там было быстрое перемещение, а то я так обрадовался. Я даже не обратил внимания на то, если там быстрое перемещение или нет. Ну вроде здесь лагеря нет никакого. Отлично. Теперь. Все что ли? Да не может быть такого. Я может что не увидел. 6 тайников с монетами. Это что такое?
несгораемый ящик. Угу. Вон торгаш. Пойдемте к несгораемому ящику сходим. Может там что-нибудь дело куда он показывает. Так это та самая ручка. Да, гуляй. Вылез. Отношения он со мной выяснять решил. Дебил. Просто дебил. Мое мнение. Так он наверху, этот ящик, да? И как же туда попасть, на этот верх? Отсюда получится? А наверху где? Понять бы еще. А, вон где. Это что такое? И что я сделал? Я там... Ой. Скинул себе этот ящик с инструментами, или как они там называются. Это что такое? Так, давай. Вот. Великолепно. Молодец, Ларка. Прям лазишь от души. Прямо от души. Не, ну туда... Нет, мы, конечно, здесь сделаем этот... На веревку, но... Этого явно недостаточно, чтобы туда залезть. Явно. А как туда залезть тогда? Не понял я. Ну-ка. Отсюда дострелю я? Интересно. Нет, мне аж прям интересно стало. Ты не бьешься, с тобой ничего не может случиться. Запомни это, Ричардовна. Ну-ка. И в чем проблема? Че ты на этот не запрыгнула? Молодец. Умница. Все как надо делаешь. Угу. Ай, Лара. Ой, Лара. Я не знаю, что она хочет, что она не запрыгивает. Для меня сие загадка. Ну-ка, и так тоже не хочешь. Хорошо. Уговорила. Идем вот так. Попробуем. До несгораемого ящика вот отсюда добраться. Может так что получится. Где он? Здесь же где-то, да? Вон аж где он. Интересно. Может там просто есть лагерь какой-то. Так быстрее будет. Вот он я. Подожди-ка. Это сюжет, это мне не надо. И почему, о чем мне не показывает несгораемый ящик? Что за фигня? Почему не показывает? Не-не-не-не, так не серьезно. Пойдемте-ка вот так попробуем. Не понял, я правда не понимаю, почему мне его не показывает. Это что здесь? Реликвия. А это? Базовый лагерь. Мост от медиаплавильного завода. Ну вот здесь тоже можно попасть туда. Вот отсюда. Мы же здесь были уже. Были. Интересно. Серию уже по-хорошему заканчивать надо. А я тут все бегаю, ищу несгораемый ящик. Что здесь? Давайте инструменты возьмем. Отсюда, да, отсюда. Замечательно. Это что? Это лампа. Сюда можно откуда-то полезть? Вернее, отсюда залезть куда-то. Зато я вижу ящик вон большой там. Интересно.
Подожди-ка. Вот так. Замечательно. Ларка, почему ты не можешь отсюда быстро заходить, а залазить быстро? Вот почему? Где он? Так он совсем близко. А чё она крадется? Мы же там всех убили вроде, нет? Не всех? Кто-то еще остался? Странно, я думал, со всеми мы разобрались. Но, видимо, если Ларка крадется, видимо, не со всеми. Но мы же, мы готовы ко встрече. Я проблем никаких не вижу. Ты же в конторе видел фотографии сверху? Вряд ли красные просто так вот решили закрыть. До свидания, ребята. Это вы, что ли, проблемы нам должны были создать? Ай. Еще один. Вообще отлично. Просто шикарно. С фонариками, все как надо. По канону. Где он, этот ящик? Вон он, наверху, значит, да? Забираем вот это. А здесь патроны? А, у нас патронов вагон. Ладно. Жалко, конечно, боеприпасы лежат, и я не могу их взять. Но что поделать, друзья мои, что поделать? Нам их девать некуда. А жопой жрать их не хочется. Хорошо, а... Куда теперь? Что за фигня? Ларка, отпустись. Не цепляйся. Ларка, отпусти, не цепляйся. А тут что? Давайте еще почитаем. Одна советская табличка. Еще что-то откроется сейчас. Ничего не открылось. Значит, здесь больше тайников с монетами, табличками мы не откроем, что ли? О, шкафчик сейчас хакнем. И все? Интересно. А ну-ка. Вот же ж у нас под носом-то. Что-то ломается, а я не вижу. И что это? Это короткий путь? Здрасте, жопа, Новый год. Великолепно вообще. Что еще может быть лучше этого, да? Лазили-лазили, в итоге... Угу. Да, лазили. Куда там? Давай, Ларка, еще раз. Пошли. Как туда попасть, а? Вот уж квест-то квест. Попадание, вернее, нахождение несгораемого шкафа. Ладно, что поделать. Я думаю, что я, скорее всего, монтировать это вот не буду, вырезать не буду, оставлю как есть. Что, пусть будет. Что это было? А, это рация. Это рация. Все-таки я не понимаю. Ну, заходи, забирай это. Тоже полно у нас всего. А, отсюда если. Нет. Вот я вижу лестницу. Вот так. Давай, солнце мое. Я же знаю, что ты можешь все. Ты способна на все, я на все остальное. Тихо, 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 тихо. Залезь. Залезь. Прекрасно. Это в который раз я уже забегать туда буду. Не, ну мне непонятно совершенно. Как туда лезть? Это что? Может отсюда? Да нет, здесь вообще ничего такого нету. Близко даже. А ты? Ты нет. Нет у меня никаких идей, друзья.
По поводу этого ящика. Может, я здесь что упустил? Ну там что упускать там? Упускать-то нечего. Здесь абсолютно тупо, некуда подняться, не за что зацепиться. Просто не за что. И все. Ну, а так, если тоже нет. Хм, интересно. Очень интересно. Ну ладно, может быть, в следующей серии мы залезем, найдем на свежую голову, я посмотрю, где это. В любом случае, неплохо побегали, лут нашли. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.